На днях в Центре культурного развития «Яхримский» отмечали День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Поздравить дмитровских коммунальщиков приехал глава нашего муниципалитета Илья Поначальный. Я знаю, как тяжело убирать сырой снег, как тяжело отбивать лед. Поверьте, все горожане, все дмитровчане, они очень ценят вашу работу, они очень благодарны вам. И я это вам сегодня хочу сказать. Более 300 дмитровчан работают в муниципальных учреждениях жилищно-коммунальной сферы, несколько сотен в управляющих компаниях Дмитровского округа. И все они обеспечивают порядок в подъездах и дворах, поддерживают чистоту и вывозят бытовые отходы, обеспечивают бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение в наших квартирах и домах. Жители имеют право требовать. Мы должны работать так, чтобы нареканий и замечаний в наш адрес не было. Поэтому, хочу пожелать, что в честь наступления праздника, чтобы замечали труд, который происходит, который делают дворники, прежде всего, и другие рабочие на линии, которые непосредственно находятся, потому что этот труд не заметен. Люди идут, не замечают. Когда уборка прекращается, сразу заметно, что дворника не было, снег не почищен, бумажки валяются. А когда все чисто, люди думают, что дворников и вообще нет. Поэтому я хочу сказать, что они есть. И хочу, чтобы труд их тоже ценили и относились уважительно к дворникам, к рабочим, которые занимаются в сфере благоустройства. И помогали своими замечаниями. Да, конечно. У нас еще будет субботник скоро, 16 апреля, поэтому тоже призываю всех жителей тоже принять активное участие. Объявление развесим, инструмент будем выдавать, то есть постараемся организовать так, чтобы наш город стал чище, лучше и комфортно жилось всем в нем. Глава Дмитровского округа Илья Поначальный поздравил сотрудников ЖКХ и благоустройства с профессиональным праздником, поблагодарил их за важную и нужную работу и вручил грамоты и благодарственные письма. Дмитровские коммунальщики вносят огромный вклад в развитие экономики нашего муниципалитета, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. Свой профессиональный праздник они также получили поздравления от руководства и творческий подарок от артистов Центра культурного развития «Яхримский».